Это вышло что-то, телефон или что звонит. То ли снимает, что-то стоит. О, да, снимает, дай-ка, Елена. Ну, тут надо же вот. Пошла боком. Вот так. Что-то там, где она идет. Вот она где идет. У меня такой аппарат-то еще снимает так. Все снимает, идет. Конечно, снимает. Заказ выполняет, наверное. Вот она. Что-то назад маленько пошла. Вот так идет она. Должна где-то тут у дверей выйти. Точно. Открыла. Открывай, открывай. Открывай. Заходи быстрее, заходи. Я тебя смотрю, как ты там снимаешь. Вон там сзади, чекни свет над головой. Вон над головой свет, зажги. Сзади, сзади. Во. Что ты делаешь, а? Ты видела, какие комки снега свалила? Видела. Но ничего себе, как в горах. И порвало провод. Да. И мы 4 часов тут на улице все соединяли провода. Да. А вы в Инстаграме страничку начали вести. Так, заходи. Да. Давай. И нам не верят, что вы благословили нас. Давай, раздевайся. Так. Вот я думаю, сейчас она зайдет с аппаратом. Думаю, снимает. Как машина подъехала, я все снимал. Это грязно. Поддержать тебя? Нет. Давай-ка я тебя подержу маленько. Давай. Бесполезно. Так, давай вторую. Я хожу тут сегодня почти босиком, так тепло. Ну все? Так, ну все, заходи. Валенки. Кошки тут так, на полу. Мои, вот эти, да? Ну твоя машина где? Так, это такие, это туда выбор, ну, туда положи, это не те, но... Так, а там те. Посмотри, где еще. А, где? А, вот сюда заходи. Во, во. Где вот, вот, если наденешь, глаза. Смотри, где. А, вот они где, они валенки. Мои валеночки. Молоденькие. Так, температура у Игната Тихоновича обычная. Сколько градусов? 16 есть?
Игнатий Тихонович, сколько у вас градусов обычно? Ну, сейчас побольше, тут сегодня день такой. Ну, бывает, до 7 градусов у нас заходило. До 7 бывает. А когда я один был, ну, тут у меня еще ниже было. Я ведро угля сэкономить. Вот, экономить. Так. Так, это вот. Ну, вот такое дело, брат. Так, а где голуби спрятались? За кошком голуби. А и голубки уже нету, да? Ну, смотри. Все? Голуби я вытащил. Ему стало легче, я его, наверное, отпустил там. Уж он доволен-то как. У нас дуэль, перекрестный огонь. Вот это чудо. Так, скажите, какая сегодня дата? Сегодня что? Дата какая сегодня? Сегодня 10 февраля. Какого года? 2020. 2020 года. Вот сегодня понедельник. Да. Ну, просят прямые эфиры делать, но я пока не умею прямые эфиры. А, да, обойдешься. Вот я буду снимать. Гляжу, видишь, машина, как ты в двери заходишь, все у меня тут. Да как эти комки снега-то ночью фотографировали при свете. Как мы этот провод натягивали, сегодня приходили, но не стали делать. Завтра будут телеком. Вот так. Подписчикам в Инстаграме привет передайте. А, кто? Подписчикам в Инстаграме привет передайте. Ну ладно, поклон всем. Лучшее пожелание. Сегодня вроде меня должны разблокировать ночью. Вот я думаю, в организациях везде, вот где приходится бывать, вот даже здесь сейчас в Ютубе, не нарушение наших, там, как они называют, не то условий. Условий, да. Ну, каких-то какое-то такое. Ну, какое-то слово такое, что вот у них программа такая, они по этой программе. Почему они нашу программу не учитывают? Мне нельзя лгать и лукавить нельзя. А нет, вот они учитывают. Безбожники, наверное. Так нет, ну вот сколько было у меня уже, 4-е, ну оно одно сделает замечание, 2-го мне дважды, чтобы было, не было за 3 месяца. А здесь прям преследование. Меня обвинять в том, в чем даже со мной сравнивать никого нельзя. Где бы не было выступления по всему миру, я говорю, никогда не поноси семя Авраамова и евреев. Я не могу отрицать, что они делают. И на это я отвечаю студентам. Но у всех, бей там жидов, спасай Россию, нет. Нет, за это отвечать будете. Такие слова и говорить нельзя. И вдруг меня обвиняют именно в этом. Но я понимаю, что это высшая награда от Бога. Когда незаконно понесут имя ваше, как неугодное. Радуйтесь и веселитесь. Но дело-то в том, что от этого зависит других. Все спрашивают, больше недели? Ну, неделя сегодня ночью будет. И нигде нету, а что случилось? Даже близкие говорят, не померли. Переживают. Ну, я ничего не могу сказать. Если бы сказали, я солгал, или, да чуть ли не экстремистские мои выражения, это вообще. Но я ничего не могу сказать. Как бы они были рядом, я бы пришел, побеседовал, были друзьями, я за них молюсь. Но они где, даже я не знаю, которые блокируют-то. Они нас приручили, а теперь гвоздают, как хотят. Да. Приручают, говорят, но даже никак. Я говорил, вот 3 раза у меня было, это 4-й раз. И ни разу не было, ну, чтобы моя вина-то была. А просто оболгали, и все. Ну ладно, Господь усмотрит. Мы молимся, и люди многие молятся. Дай Бог, может быть, не зарежут до конца. Просто так-то это замечание, оно мне. Ну, неделю я не был. Но если совсем погубить канал, это даже нельзя назвать никак. Все. Ну, все. Я готов отвечать на вопросы. Отвечать на вопросы. Ну, пока вопросов нет. Ну, как нет? Это же пришла с вопросами. С вопросами? Нет, я пришла. Сейчас разговаривал я с дочерью Неонилы, и она говорит, у нее там лекарство какое-то, та же глаз был, та же, говорит, это загноение. И она, я по буквам записал, как называется, ципрофлоксацин. Так вам его выписали, вы не захотели его покупать. Нет, 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 нет. Я просто говорю, она ей помогла, я не знаю что. И что? Она чуть не полгода капала каждый день. Так это можно глаз выжечь. Я не знаю. Вот этим? Ну. Или другим? Проходит сколько-то времени, мне опять она наплывает. Там, видимо, вырабатываются эти. И ничего нельзя сделать. Надо просто терпеть и... Ну, никак. А траву запустить, чтобы протравить, я на это не решаюсь. Как-никак я могу даже левым глазом смотреть, а так без глаза останусь. Не с той шарик, это мог глаза лишиться, когда на него кошки напали там.
Ну ладно, да.